Видным крымскую весну встретили развивающимися флагами Российской Федерации и патриотическими песнями. Автопробег по улицам Ленинского округа уже традиция. Колонна из 20 машин проделала путь от стадиона «Металлург» до улицы Черняховского. Встретить крымскую весну пришли сотрудники администрации Ленинского округа, работники городских предприятий, сторонники партии «Единая Россия», а также неравнодушные жители муниципалитета. Мы, как жители Ленинского городского округа, сегодня тоже вместе с жителями Донецка, Луганска и других тоже присоединенных территорий празднуем это знаменательное событие. У нас мероприятие прошло на отлично. Не только мне, но и всем участникам понравилось ехать в машине, слушать патриотичные песни, а также, наверное, вы обратили внимание, пока двигалась колонна с флагами, жители города также нас приветствовали и махали. Свою поддержку историческому решению, принятому в 2014 году, оказали и представители молодого поколения. Люблю свою страну и считаю, что важно, чтобы все жители подключались к таким мероприятиям массовым. Накануне состоялись выборы президента Российской Федерации, итоги которых продемонстрировали народную поддержку взятого политического курса. Настроение явно приподнято, потому что много единомышленников, спортсмены, деятели культуры, флаги. Действительно, радостное настроение, честно говорю, радостное настроение. Годовщина воссоединения Крыма с Россией объединила жителей округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.